А вечером в лагерь с песнями и визгом въехали камуфлированные телеги с валами. Это прибыл воевать украинский батальон химзащиты. Они очень красиво смотрятся на фоне пустыни в своем лесном камуфляже. На всех зеленые маскировочные костюмы, на головах ветки от деревьев, у офицеров пеньки, чтобы их можно было отличить во время бомбежек.